поиски внеземной жизни – одно из важнейших направлений современной астрономии. Наземные и орбитальные телескопы неустанно ищут у далеких звезд планеты, которые могут быть потенциально обитаемы. Наиболее подходящей на эту роль на сегодня является Тигарден-Б, расположенная в 12,5 световых годах от нас в созвездии Овна. Индекс ее жизнепригодности оценивается в 95%, что является наивысшим показателем среди всех обнаруженных небесных тел после Земли. Конечно, сейчас отправиться к этой планете не представляется возможным, однако рано или поздно с развитием технологий мы, безусловно, побываем и у нее. Уровень потенциального наличия жизни оценивается по многим параметрам. Состав самой планеты, схожесть ее размеров, гравитации и плотности с Землей и расположение относительно родной звезды. У каждого светила есть своя так называемая зона обитаемости или по-другому зона златовласки, внутри которой условия делают возможным наличие на поверхности планет воды в жидком виде. Есть такая зона и у нашего Солнца, куда помимо Земли входит также Марс и Венера. И если красная планета изучена довольно хорошо, над ней кружат несколько орбитальных аппаратов, а поверхность бороздят марсоходы, передавая огромное количество информации на Землю, то Венера до сих пор таит множество загадок. Что же происходит на этой планете и, главное, есть или была ли там когда-то жизнь? Давайте разбираться. С вами канал Observer. Поехали! Прежде чем мы начнем, напомню, что мы есть на Дзене, Рутубе, Ютубе и в Телеграме. Смотрите нас на наиболее удобной платформе. Перейти можно по QR-коду на экране или ссылке в описании. Также обязательно заходите в лучший интернет-магазин оптической техники observer-msk.ru. Бинокли, микроскопы, телескопы, зрительные трубы, приборы ночного видения и многое другое по самым лучшим ценам. Ну а быстрая доставка по России и грамотные консультанты, способные ответить на любой ваш вопрос и помочь с выбором, не оставляют сомнений в том, где же стоит заказывать оптику. Ссылка на магазин в описании. Венера с древности известна людям, и это неудивительно. Различить ее на ночном небе довольно просто. По количеству видимого света она уступает лишь Солнцу и Луне, и в несколько раз превосходит Сириус, самую яркую звезду небосвода. Хотя сама Венера, конечно же, звездой не является. Такое ее свойство объясняется плотной атмосферой, способной отражать до 70% попадающих на нее солнечных лучей за счет высокого содержания капель различных веществ и кристаллообразной пыли. Венера – вторая планета от Солнца. В каком-то роде она является братом-близнецом нашей Земли. Очень схожий диаметр, лишь чуть меньшая масса и расположение относительно материнской звезды в также потенциально обитаемой зоне. До 1960-х годов, когда исследовательские миссии Венера и Маринер получили детальные данные об условиях на планете, информации о том, что происходит на ее поверхности, у ученых практически не было, так как плотные венерианские облака полностью скрывают область под собой от внешнего наблюдателя. Предполагалось, что климат Венеры может быть во многом похож на земной, а под густой атмосферой обнаружатся многочисленные водоемы и развитая биосфера, включающая иноземную флору и фауну. Однако условия на Венере, как оказалось, совсем не похожи на земные. Американские аппараты Mariner, пролетавшие у планеты, показали, что ее атмосфера на 96% состоит из углекислого газа, а первые советские спускаемые аппараты Венера были раздавлены колоссальным давлением, даже не достигнув поверхности. В дальнейшем ни одно из отправленных на планету устройств не проработало дольше 2 часов из-за крайне экстремальных условий. Дело в том, что температура на Венере составляет около 470 градусов Цельсия. Давление более чем в 90 раз превышает земное, как в океане на глубине в 1 километр.
а облака из серной кислоты проливают дожди, которые испаряются от жары, даже не достигнув поверхности. Всему виной тяжелая плотная атмосфера, оказывающая невообразимый парниковый эффект и задерживающая на планете большую часть поступающего извне тепла. В то же время из-за высокой степени отражения солнечных лучей до поверхности они добираются в очень малом количестве. Из-за этого на Венере даже днем довольно тускло. Тем не менее, некоторое количество света на планете все же генерируется, но несколько иным способом. Его производят вспышки молний, активность которых достаточно велика. Поверхность Венеры чрезвычайно сухая и геологически довольно молода. Большая часть ее состоит из коричнево-красной базальтовой лавы, возрастом не старше 500 миллионов лет. Недавняя геологическая активность разгладила древние кратеры, а плотная атмосфера надежно защищает планету от падения новых метеоритов. Они попросту сгорают в ней, благодаря чему ударных воронок на Венере очень мало. Примерно две трети венерианской поверхности покрыты равнинами, испещренными тысячами вулканов, некоторые из которых активны и сегодня. Шириной от 1 до 240 километров они исторгают потоки лавы, прорезающие длинные извилистые каналы, протяженность которых достигает нескольких тысяч километров. Присутствуют на планете и три крупных возвышенности, называемых венерианскими материками, за их схожесть с земными образованиями. Земля Иштар, Земля Афродиты и Земля Лады. Внешняя часть атмосферы Венеры движется с невероятной скоростью до 360 км в час, формируя в ее верхних слоях ураганные ветра. С приближением к поверхности их сила постепенно ослабевает, вплоть до незначительных 1-2 метров в секунду. Тем не менее, благодаря высокой плотности атмосферы, венерианский воздух даже на такой небольшой скорости, подобно водному потоку на Земле, способен перемещать мелкие камни, пыль и грунт, постепенно деформируя рельеф эрозионным воздействием. Венера обладает индуцированным магнитным полем. Оно формируется за счет прохождения заряженных частиц солнечного ветра через плотную атмосферу планеты. Такое магнитное поле имеет форму капли, так как потоки от Солнца как бы обтекают препятствия на своем пути. Заряженные частицы довольно глубоко проникают в газовую оболочку Венеры и уносят из нее ионы гелия, а также водорода и кислорода в соотношении 2:1. Таким образом, планета постоянно претерпевает потерю и без того небольшого количества воды из своей атмосферы. Собственное же магнитное поле Венеры примерно в 67 тысяч раз слабее земного, и никакого значительного влияния на защиту от солнечных потоков не оказывает. Столь низкая магнитная активность, вероятно, обусловлена крайне медленным вращением планеты, недостаточным для запуска электродинамических процессов в ее недрах. Дело в том, что день на Венере длится дольше, чем у любой другой планеты Солнечной системы. Она обращается вокруг своей оси за 243 земных дня. Фактически, ее день длиннее года, который длится около 225 земных суток. Это может быть связано с тем, что тяжелая и плотная атмосфера Венеры служит своеобразным тормозом для ее нормального вращения. Что интересно, Венера, в отличие от других планет, вращается в обратную сторону. Солнце здесь встает на западе, а заходит на востоке. По одной из гипотез, это могло произойти из-за ее столкновения с неким массивным телом на ранних этапах формирования. Наряду с Меркурием, Венера является одной из двух планет в Солнечной системе, не имеющих собственных спутников. Кроме того, благодаря их расположению внутри орбиты Земли, мы можем наблюдать изменения их фаз, подобно лунам, а также видеть транзит этих планет по диску Солнца. В случае с Венерой, последнее прохождение перед материнской звездой земляне могли узреть в 2012 году, а следующее такое явление случится теперь очень нескоро. Ждать придется до 12 декабря 2117 года. Венера крайне неприветливый мир,
и, несмотря на нахождение в потенциально обитаемой зоне, кажется, что никакая жизнь в таких условиях существовать не может. Однако это не совсем так. По различным оценкам, вторая планета приобрела свой текущий вид от 2 миллиардов до 700 миллионов лет назад, с началом активного испарения воды, повышения концентрации углекислого газа и серы в атмосфере, а также последующим увеличением массы и плотности газовой оболочки. Вполне вероятно, что причиной таких изменений является солнечное излучение, усилившееся с момента рождения нашей системы примерно на 25%, что и привело к чрезмерному нагреву планеты. Считается, что на ранних этапах эволюции, в первые 2-2,5 миллиарда лет существования, условия на Венере были во многом схожими и даже более благоприятными, чем на Земле. Планета была более теплой и влажной, возможно, с обширным поверхностным океаном или, как минимум, богатой водяным паром атмосферой. Вода вполне могла существовать достаточное для образования жизни количество времени. Однако в связи с тем, что поверхность Венеры омолодилась несколько сотен миллионов лет назад из-за высокой геологической активности, признаков, подтверждающих или опровергающих наличие воды, сейчас наблюдать мы не можем. Достоверную же информацию о прошлом Венеры мы, очевидно, получим в будущем при более детальных исследованиях. А пока нам остается довольствоваться гипотезами и результатами компьютерного моделирования. Что же касается настоящего времени, то и сейчас на планете есть места, где в теории может существовать жизнь. Конечно, речь идет не о поверхности. Хотя в некоторых областях на Земле, в условиях, похожих на венерианские, вполне живут организмы, так называемые экстремофилы, формы жизни, приспособившиеся к существованию в среде с экстремальной температурой, давлением, отсутствием кислорода и так далее. На Венере же на сегодня наиболее вероятным местом, где могла бы присутствовать жизнь, являются средние слои атмосферы. Например, на высоте около 55 километров над поверхностью планеты температура составляет около 27 градусов Цельсия, а давление – половину от земного. Исследования атмосферы Венеры показали, что в ней поддерживается природный баланс химических оснований. Особо интересным является наличие сероводорода и диоксида серы – газов, которые вступают в реакцию друг с другом. Присутствие их в атмосфере означает, что что-то на планете должно являться постоянным источником их пополнения. Не исключена вероятность, что этот источник – микроорганизмы. Это объяснило бы и появление третьего газа – сульфида карбонила, получение которого, как правило, требует наличия эффективных катализаторов. На Земле таким катализатором при синтезе этого соединения являются как раз различные микробные формы жизни. В настоящее время интерес к исследованиям Венеры проявляют многие агентства. Разработкой венерианских космических аппаратов активно занимаются Роскосмос, посадочный модуль Венера-Д, НАСА, проекты DaVinci Plus и Veritas, Европейское космическое агентство с его аппаратом Envision и даже Индия с орбитальным устройством Шукраян-1. Все эти проекты на сегодня находятся на ранних стадиях разработки, а сроки их реализации не ранее конца 2020-х годов. Тем не менее, после длительного забвения, когда на несколько десятилетий интерес астрономов был всецело прикован к Марсу, Венера все-таки вновь становится объектом пристального внимания ученых. А значит, в будущем нас ждет немало новых открытий и, возможно, даже обнаружение первых внеземных организмов. И не где-то у далеких планет, а на утренней звезде нашей Солнечной системы. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, оформить подписку и нажать на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нашем канале. Обязательно оставляйте комментарии, так вы поможете продвижению канала, да и мы всегда рады общению. Ссылки на все наши ресурсы на разных платформах, а также лучший интернет-магазин оптической техники observer-msk.ru в описании. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!